Всем привет, дорогие друзья, с вами Inferno The Best. Мы продолжаем проходить Nightmare House 2. В прошлой серии мы закончились, да, здесь, бегали сначала в каком-то там, не знаю, давным-давно заброшенном доме, там реально немножко обосрались и пришли, как бы нас просто перекинули в другое место, какую-то, не знаю, тут вроде как больницу или что-то такое. В общем, хватило нам адреналина и испуга. Хоть я даже и не ночью играл, а днем, но все равно, я еще так никогда не пугался. Вот прикиньте бы ночью это все было, вот это был бы пиздец. Так, мы пришли оттуда, значит туда либо туда. Но я там смотрю, ну лучше проверю, конечно. О, блядь, тихо. В общем, все понятно, если она туда побежала, значит и нам. Но, блядь, пока безуспешно. Ну, тогда у нас не остается, кстати, а что здесь? Понятно. Холодные напитки. Бля, я бы сейчас... Ёб твою мать. Люся, шо це таке, нахуй? А главное, что стрелять не могу. Ебать. Даже не хочу смотреть направо, но, блядь... Тихо. Ой-ой. Что ты смотришь на меня? Ты умрешь через 7 дней, блядь. Сейчас вылезет такая какая-то сука, блядь, с волосами такими, нахуй. Ну да, конечно, туда мне не пройти. Получается, что сюда? Да, как это я угадал, ебать? Что с фонариком, ебать? Блядь, так не шутите. Давай, блядь! А, я понял. Мусорник, не. Может это... О, класс. Я и забыл, что здесь вещи можно подбирать, блядь. Как это тупо. Ладно. Братюнь, ты жив? Сука. Воу. Блядь. Фонарик аж охуел. Фух. Да, у меня тут еще такая новость. Соседи делают ремонт там, вот этот их перфоратор. Если вдруг, не дай бог, услышите, игнорируйте этих долбоебов, блядь. Я их потом сам как-то прокляну, блядь, либо зайду к ним. С вот этой штукой, которая сейчас у меня в руках. Шо? Ну, может быть, я был неправ, когда сказал, что мы здесь одни. Правильнее будет сказать, что мы единственные, кто остался невредим. Все здесь стало сущим адом, и люди превратились в этих тварей. Мой тебе совет, гляди в оба и держи оружие наготове. Я открываю главные двери, продолжаю движение. О, патроны, аптечка, давно такого не видел добра. Ой, блядь, это я сейчас спиним туда. Спать, сучка. Нормально. Блядь. 4 пули мимо, блядь. О, косой, Игорёк. А вот пистолетик ты долго перезаряжаешь, зять. Так, значит, что я там сотворил? Получается, мне сюда или как? Я не понял. Ебать. Не играй со мной, бля. Я тебе говорил, что я с тобой сделаю, если вдруг ты еще раз так пошутишь. Оу. Ебать. И куда сейчас? Сюда? Оу. Что-то такое, опять-таки, спиздили немного сфер. Такое, по-моему, тоже было. Потолок весь в крови, только там еще Альма бегала как-то. По тому потолку, блядь. Что так громко-то, ебать? Ладно, куда дальше? Предполагаю, что просто прямо. Дверь закрылась. Ёб твою мать! Да вы что, совсем охуели? Блядь! Ебать. Такая вроде как казалось, вроде в рай попала, а тут такой пиздец. Какой-то механизм был. Так, что с нами происходит? Ой, блядь, у меня единственный вопрос
такому долбоебу, как я, зачем я пожрал перед этой игрой? Сейчас по-любому вся жрачка то ли через рот, то ли, сами знаете, через что, да, через что еще. Так, игрушки мои остались здесь, слава богу. Глава третья, maintenance, и как-то так, блять, ребята, переводите, я не спец в таких словах, хоть должен был. Ебать. Это еще что за Бобик пробег? Hope Hospital does not allow patients and visitors into its maintenance sections. Only trained members of staff. Untrained staff or patients entering these areas run the risk of electrocution, severe burns, coughing fits, and potential limb loss. Please turn away now. Yes, опять-таки кто-то нас стал. Да, я говорю о тебе. Сука, ты, блядь, кто такая, гнида? Ко мне надо с уважением, блядь. Закрыто. А тут что-то... Отвали. Ладно. А, я походу понял. Надо, по-моему, вот так сделать, да? Да, это что-то знакомое. У Fear 3, именно в третьей части, такая хуйня тоже была, чтобы пройти на секретную, там, секретную площадку, чтобы понабирать немножко патронов. Storage. Упи. Закрою лучше после себя эти двери. О, это что, Валера? О, заебись, что ты надо. Ты еще жив, я подумал, что ты умер. Я пытался найти тебя где-то 30 минут. Не знаю, что случилось, но я счастлив видеть тебя снова. Да это я просто обсирался в туалете. Не переживай, все нормально. Слушай, я знаю, ты ее видишь. Она от тебя чего-то хочет. Просто будь осторожен. Остальная часть зала завалена камнями. Дай мне подумать. Ах да, вернись назад в прачечную. Если я не ошибаюсь, за третьей стиральной машиной должен быть вентиляционный сапун. Сходи проверь. Ладно, как скажешь. Ладно, тут закрыто. А, прачечная, я ж там был. Опять она. Ёбаный пиздец, пошёл нахуй. Лежать, сука, о. В такой неестественной позе он оказался. Так, здесь ничего такого секретного нет. А, за третьей стиральной машинкой, типа здесь, да? Блять, да давай за... А, я понял. Да, так и есть. Как будто... Ебать. Ой, блядь, это всего лишь труп. Блядь, ну он так приплыл сюда. Пошел нахуй, занято. Блядь. Я так заикой скоро стану, честное слово, мать вашу. Так, я походу здесь. Что там дальше? Ага, а ну попробуем их. Да, ничего такого нет, в принципе, в туалетах. Ну это явно женский. О, блядь, нихуя себе женский. К Валере патроны. Кто это ржал, блядь? Заебись. Вот оно, блядь, в чем заключается неоднолинейность этой игры, блядь. Оу! Опять она. Может, я зря закрыл эти двери? А то мне потом, если съебывать надо будет, то... Ой, опять-таки. То они должны быть открытыми. Иди нахуй! Так. Слышь, блядь. Это кто тут, сука, такой борзый, блядь? Ладно. И что теперь? Я так полагаю, запустить этот генератор.
А это что? А ну давай. Хова! Ага, я понял. А, эти штучки я тоже помню. Полезные. О! Тут что-то такое белого цвета. И вот еще одна, смотрю. Может, их надо заменить на вот эти вот черные? Потому что здесь одна белая, и какие-то три такие не похожи на вот эту. А то, что белая, то по сути всегда работает, или что, блядь? А ну, сейчас проверю. Да, перегорело, наверное. Я полагаю, что надо заменить их просто. И тогда генератор может будет запущен. Так, давай. Пиздуй сюда. Ты, блядь, давай подбирайся, мать твою. Что, надо обязательно мне присесть, сука. Так, еще надо где-то одну найти. А это не она? Нет, это та, что я выбросил. А, вон. Да подбирайся, мать. Да, блядский фонарик. Вот это я ненавижу, блядь. Не уважаю такие приколы, блядь, в таких играх. Все, я теперь думаю, что можно запускать. Давай. Тихо. Это всего лишь включается генератор. Ничего другого больше. Давай, давай. Только не взорвись, умоляю. О. Блядь, сука, ёб твою налево, нахуй. Ты шо? Галя. Блядь. Ой, сука, я сейчас чувствую, что я, блядь, надолго застряну в уборной. Пиздец, всемогущий. Ладно. Я полагаю, надо возвращаться назад и идти к тем воротам. Так, молодец. Автоматика, блядь. Как у нас в универе, нахуй, первый корпус, сука. Мимо, блядь, давай. Ворота, существо, блядь. Вот, сука. Как же ты меня заебала, блядь. Я говорю, я как найду, выебу, блядь. Да это что за хуйня, блядь? Ебать, это... У меня фонарик сел, хотя вроде нормальный фонарик. Блядь, тут ненормальный. Блядь. Это так и должно быть по сцене? Блядь. Идите вы нахуй. О! Ха. Ты там жив, чувачок? А, по-моему, мне к нему надо. Тут не так уж... Вау! О! Заебись. Окнулся, блядь. А как оно горит там вообще нормально? В воде. Это свойственно для, для таких вещей? А, я понял, мне надо наверх. Ну, в принципе, логично. Так, я понял. Теперь, блядь, что тут за пиздец, какой-то лабиринт, сука. Ага, я понял. Вот теперь все. Сообразил, Игорек соображающий пока что. Он соображает только тогда, когда он не до усрачки напуган. Ага, вот оно. Все, обошел. Идем дальше. Я вот не понимаю, когда дробашек будет. Я за ним так заскучал, он у меня вроде был. Так. Кто-то бегает, блядь, где-то. Давай, спускайся, потихонечку. Нихуя себе. Да. Сколько ж ты летсплейщиков угробила, сучка ты. Крашеная. Ёб твою мать! Ебать нахуй! Вы, блядь, Фёдоры заебали нахуй! Откуда ты прилетел, блядь? Сука! Охуеть! Сейчас я трусы помою свои обосранные, блядь! Дай хоть помыться, блядь! Тихо, тихо. Это не я, это ты теперь сделал.
О, началось. Что ты, убогий, водки просишь, блядь? Аптечка. Ага, я понял, в общем, нам туда. Это специально надо было его убить, чтобы эти... Ну, конечно, блядь. Смысл этой игры понят. Ой, ебаный в рот. И что теперь? Охуенно. Спасибо, блядь. Ладно, что тут у нас? Ну, здесь, я полагаю, ничего нету. Посмотрим, что во второй палате. А, закрыто тут, нихуя. Вот, блядь. А давайте как-то зайдем туда, что ли? Может, там вдруг патроны? Ну, тут нихуя. Только труп. Больше ничего. Ни Валеры, ни дробаша даже, блядь, нихуя нету. Сука. Блядь, а я... Слушай, фонарик у меня опять, блядь, не включается нихуя. Сейчас, походу, что-то охуенное будет. Давайте. ТСН, блядь, смотрим. Ну, посмотрим, что у нас тут. Нам все равно по-любому сюда только. Я... Ага, нельзя закрыть, я понял. Твою мать, чтоб тебя, блядь, ушатал кто-то когда-то. Блядь. Была моя воля, тебе всунул бы, девочка. Это еще что за нахуй? Ой-ой. А что это вы такие все стрёмные, а? Что за хуйня здесь творится? Я полагаю, мне сюда. Блять! Да ладно, блять! В трусах прохладно, блять! Куда я вообще попал? Здесь нельзя взаимодействовать, это точно. А, вот. Нет, а куда ж тогда? Может, я где-то что-то упустил сбоку? Нихуя не пойму, но и заодно страшно. А здесь же ж была дверь. Что за хуйня? Ничего не понимаю. О, и здесь была дверь, но... И что это стучит? Проход, походу, вам не кажется, стал покороче. Ебать. Так и есть, это что, эти нажатия, блядь? Ой, да ладно. Все? А куда теперь? Блядь. Охуенно, замысел. Ебать. Да. Как это я не заорал от этого? Это было, да, неплохо задумано. Бегать туда-сюда. Глава четвертая, операция. Вот так вот. Вот где мы сейчас. О! Братиш! Ты меня слышишь? Забери меня отсюда! Блять, сука, я ж стрелял. Ладно. Ага, ну логично. You are now entering the surgery department. Опять? If you require any assistance, please contact a nurse. Неплохо заныкался, но неудачно. Все равно. Хоба, хоба, что тут у нас? А ну. Понятно. Что тут происходит? Давай, я вызвал. Ну, конечно, лифтом.
Про лифт тут вообще лучше забыть. Так, Валерыч у нас полный, нормально. Блядь, здесь нихера. Так, блядь, что это за шутки? Что это, ебать, за шутки, блядь? Слышь? А что это так дует? Сука. Блядь, что это меня так колбасит, алло? Like to take a minute of your time Блядь. To notify you. There is something behind you. Пошел на... Блять, вот это я косой, сука. Ну давай, ручной бой, так ручной бой, сука, на, блядь. Что ты икаешь, сука? Играем, блядь. Сучки, пидорас, блядь. Все, блядь, похоронил. Вот, блядь, как и в той серии, блядь. Дважды промахнулся с Валеры, блядь, от страха. Я хуеваю, ребята, здесь пиздец, блядь. Аутласт реально и сфером отдыхает на пару. Чё тут у нас? Аптечка. О, кстати, мне ее сейчас по зубам надо, блядь, на соточку. Здесь нам не пройти. Здесь у нас что? Так, давайте обновим фонарик. Чтоб я был поспокойнее, как-то заходил поувереннее. Ой, блядь. Да не пищи ты так. Уже понятно, что тут кто-то реально помер. Сука. На, сука, хоть раз. О, блядь, с Валеры попал. Вот так, блядь. Бля. Да ему тупо ебальника вообще не оставил, блядь. Надо с Валерой прекращать шутить. Потому что он потратил уже половины, как бы почти и нет. О, нормально, если подобрал, то можно походить с ним еще. А когда мне дробаш выдадут или что-то там, не знаю, типа автомата какого-нибудь? Вот было бы неплохо, если честно. О, а так только патроны к пистолету. Что это за хуйня была? Ладно, неважно, уходим. Ой, блядь. Что это все значит? Да ты что? Ты такой приветливый, сука. Дебил, блядь. О, блядь, играем русскую рулетку, блядь. А может нахуй пойдешь, а? Ну, опять то же самое, что и в этом... трубе было. Как вы думаете, заходить туда или нет? Судя, я пошел бы туда, почему бы и нет, блять. А, ну в принципе, может, нет, из-за того, что туда надо, как бы. Ну да, логично. Кто-то там хнычет, вам не слышите? Так, мне надо опять что-то подобрать. А, вон. Бля, это просто как вместо стула, ебать. Неплохо придумано. Что ты там принюхаешься, а, сука? О, ребята, он рядом. Слышите? Или он так пытается срать там? Так, тут нихуя, в принципе, нету. Блядь, сука! Уёбок! Уебан, блядь. Шо в вас, блядь, всех тут... А? Ну давай. Ой, это спецназ, что ли? Блядь, это ж мои ребята, ну давай догонять их, бегом беги, блядь. Слышь? Ты шо, хуел, мразь? Шо это все значит? Блядь, опять это, наверное, все... так, какие-то долбоебские игры с этой шалавой, блядь. Ну вот. Опять. Ага, не опять. Я думал, меня зажимать опять будет. И потом снова смотришь наверх, и оно, сука, летает.
Это типа мне напомнило в Макдоналдсе, типа, помоги детям, блядь, покупаешь за 2 гривны какую-то, там такую открытку, там, помощь, там, руки, пишешь свое имя туда и вставляешь, блядь. Это то же самое, автограф у летсплейщиков, блядь. Нормально. Неплохо. Ебать, сука. Где я? Опять эти заборы. Где я? Заткнись! Закрой ебальник! Что это было? Эй, ты там, слышишь нас? Отойди от двери, мы ее выломаем. Сэр, не думаю, что мы должны быть слишком дружелюбным с этим пациентом. Мы даже не знаем, почему он здесь до сих пор здесь. Поэтому он и ценен. Если он был здесь за нас, он лучше бы... Он должен лучше ориентироваться. Вполне нормальный. Да, блядь, так что не пизди, пошел нахуй открывай. Выбивай, сука, лбом дверь давай, блядь. О, краса! Послушался, блядь! Ты слышишь, сука, я тебя сейчас этот автомат, блядь, за... Не, я его лучше себе заберу. Эти помехи. Связь была отличной пару минут назад. Я не знаю, кто ты и почему ты здесь, но у нас нет времени на разговоры. Наше задание — найти и уничтожить. Понял, блядь? Так что давай, сука, присоединяйся к нам, и может быть мы сможем выбраться вместе, нахуй. Сэр, блядь, я там что-то видел, отвечаю. Ну ладно, девочки, выдвигаемся. Так, значит, короче, ты если тут усвоился, ты же не против нас вывести. Да, конечно, не против, потому что ты, сука, выведешь нас. Пошли, блядь. Так, у меня 4 ебальника справа, на правом нижнем углу. Значит, по-любому, это нас тут 5 вместе, включая меня. О! Господи, что здесь, черт возьми, произошло, мать вашу, ёпта? Это все, что нам нужно выяснить, дурачок ты ебаный, блядь. Вот в чем прикол, нахуй. Так, по-моему, нам сюда. Нет? Ладно. По-моему, сюда. Да. Вы слышали это? Держись на лево. О, ребята, будет весело, отвечаю. Ой, что ты чувствуешь, что нашей команды сейчас походу не будет. Я снова останусь здесь в одиночку. Давай, стреляй по яйцам, блядь. А вот эти пидорасы живучие. Сектор чист. Естественно, блядь. Пациенты? А дай пройти, блядь. Сейчас возьму зажигалку. Ёб твою мать. Ой-ой. Нам сюда? Да. Отдал, блядь. Ребята, смотрите вон. Ёбаный блядь. Валерич, давай, на тебя перехожу. Все чисто. У нас тут хоть все живы? Раз, два, три. А, да, все, все. Нормально. Ну, короче, я чувствую даже через маску. Может, ты наложил штаны? Блять, ребята, подождите, мне, блядь, телефон звонит. Конечно, мне их как раз или надо будет с Эльмирой встретить.
Так, все нормально, все хорошо, ребята. Мне просто партию марихуаны провезли. Так что играем дальше. Это касается только меня. Так, ладно, продолжаем. Блять, сколько это сейчас поеботина будет, отвечаю. Where is Johnson? А где Джонсон? Посмотрися. Блять, у нас что, один пропал? Это пока я пиздел по телефону, у нас пропал один солдат? Это что, серьезно? Ого. Ладно. Так, ребята, я думаю, что мы на сегодня пока закончим. Меня вызывают, короче, на работу, по правде говоря. Это я насчет марихуаны пошутил. Я думаю, вы так догадались. Ладно, спасибо всем большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, если этого заслужил. Всем до новых встреч. Пока-пока.